Земля Новороссии, раскинувшаяся от Харькова до Одессы, всегда рождала героев. В трудный час они шли сражаться за свою родину и всегда были готовы пожертвовать собой ради других. Сейчас в Новороссию опять пришел враг. Но сотни тысяч людей, как один, встали на защиту своей земли, чтобы войти в историю. История о губернаторе-десантнике. Уроженец города Стаханов Луганской области Валерий Болотов, призванный в конце 80-х в легендарную Витебскую воздушно-десантную дивизию, не подозревал, что скоро ему придется с оружием в руках защищать мирных жителей на территории самого Советского Союза. Сразу после призыва молодой десантник окунулся в суровую действительность и за 2 года прошел через военные конфликты в Тбилиси, Ереване и Нагорном Карабахе, где не раз смотрел в лицо смерти. После демобилизации Валерий получил 2 высших образования – экономическое и инженерно-техническое – и занялся бизнесом по производству продуктов питания. Одновременно он активно занимался социальной деятельностью в созданной им общественной организации «Союз ветеранов ВДВ». Он и не мог предполагать, что через 1/4 века после демобилизации ему снова придется взять в руки оружие и бороться за мир уже на своей земле. После вооруженного захвата власти в Киеве неонацистской хунтой в начале 2014 года русскоязычным жителям Юго-Востока стала очевидна необходимость защиты от озверевших националистов, которые поставили своей целью насильственную украинизацию регионов Украины, традиционно близких к России. Именно тогда в интернете появилось известное видеообращение представителей Объединенной армии Юго-Востока, пообещавших встать на защиту родины от хунты, если нацисты не откажутся от своей политики. Так называемая киевская власть отреагировала массовыми арестами активистов-патриотов в Луганске. После этого армия Юго-Востока распространила еще одно видео, в котором ее командир снял маску и открыто обратился к людям и призвал их 6 апреля выйти с открытым противостоянием киевским властям и освободить арестованных. Этим командиром был никто иной, как бывший десантник Валерий Болотов. В этот же день под его руководством жители Луганска взяли штурмом областное управление службы безопасности Украины и освободили своих соратников. Вслед за СБУ под контроль повстанцев перешли облгосадминистрация, милиция, прокуратура и мэрия. 21 апреля 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности народного губернатора. 11 мая 2014 года луганчане объявили о проведении референдума, по результатам которого была создана независимая Луганская Народная Республика, а ее главой был избран Валерий Болотов. В ответ киевские власти организовали на Болотова покушение, в результате которого 13 мая он был ранен выстрелом снайпера в плечо. Пробыв на лечении буквально 4 дня, Валерий Болотов вернулся к исполнению своих обязанностей, чтобы возглавить оборону от масштабного наступления войск хунты и приступить к восстановлению экономики республики. Спасибо огромное за доверие, то есть всему народу республики Луганска. Вот то, что хоть это и банально, но я постараюсь, даже приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие. Вот. Только работа сейчас остается, больше ничего. Очень много работы предстоит. Прежде всего, конечно, очистить нашу землю от оккупантов и развивать экономику. Валерий Болотов имел простые человеческие мечты и желания. И никогда не думал, что главное дело его жизни он будет делать на войне. Но настоящие герои всегда готовы сделать шаг вперед, потому что пути назад у них нет. Мы будем до последней капли крови защищать нашу землю от неофашистских захватчиков и убийц.